Друзья, всем привет! Сегодня приготовлю простое, быстрое, вкусное и бюджетное блюдо, которое всегда меня выручает в трудную минуту. Картошка с курицей в духовке. Беру курицу, которую я порезала на порционные куски, картофель, растительное масло, сметану, майонез, черный молотый перец, чеснок, соль и зелень. И начинаем готовить. 200 грамм майонеза, сметана грамм 100, соль чайная ложка, чеснок. Вот все хорошо перемешиваем и сюда отправляем курочку. Сейчас буду мариновать. В общем, курица должна промариноваться хотя бы полчасика. Друзья, приправы кладите любые. Можно сюда добавить еще карри для курицы, приправа хорошая. Ну, у меня только вот черный молотый перец, чеснок. Но чеснок нужно обязательно добавлять. В общем, все. У меня все готово. Пусть курочка маринуется полчасика. Я буду заниматься картофелем. Ну, а вообще, в идеале, можно ее и на ночь замариновать. Обратите внимание, как я порезала картофель. В общем, добавляю сюда черный молотый перец, соль по вкусу. Обязательно в картофель добавляю растительное масло, так как картофель любит прованские травы, немного добавлю. Тем более они у меня есть. Все отличненько. Перемешали. Что я делаю теперь? Беру противень и перегружаю картофель. Вот таким образом хорошо все распределяю. Теперь я выкладываю курочку прямо поверх картофеля. А вот так будет. Готово! Отправляем в духовку, разогретую на 180 градусов, на 1,5 часа. Сначала я курицу выложу на отдельное блюдо. Аккуратненько все перемешиваю вместе с зеленью. Беру свое шикарное блюдо и выкладываю картофель. А поверх я буду выкладывать курицу. Может быть, кто-то скажет, что картошка получилась не слишком зажаристая. Друзья, так было задумано. Есть желание побольше, подержите в духовке. Ну, меня это устраивает. Красота. Картошка нигде не разварилась, не развалилась. Картошечка к картошечке. Сами видите. Вот такое у меня получилось шикарное блюдо. Обратите внимание. Картошка с курицей в духовке. Как хорошо поджарилась курочка. Ну и картошечка в тему. Вот этот рецепт закуски я вам покажу в следующем видео. Так, давайте пробовать курицу с картошкой. Вообще супер. Какое филе, да? Друзья, готовьте вместе с Еленой вот такую вкусную курицу с картошкой в духовке. И вот такие делайте закуски. Очень вкусно. Что хотела бы сказать. Когда приходят ко мне гости, все спрашивают, у тебя есть твоя фирменная курица с картошкой в духовке? Она у меня всегда есть. Я ее частенько готовлю. Всегда беспроигрышный вариант. Простой, вкусный, бюджетный. Готовьте вместе с Еленой. У Елены всегда все вкусно. Всем удачи, пока. Ну, а мы будем кушать из простых продуктов. Вот я вам показала. Картошка, курица, здесь шпроты и помидоры с огурцами. Но вы обратите внимание, какой у нас вкусный на столе стоит обед и интересный. Всем удачи, пока, ну а мы будем кушать.